Причиной крушения пассажирского самолета в Непале могла стать неисправность техники. По данным местных СМИ, перед заходом на посадку лайнер частной бангладешской авиакомпании повело в сторону, и он рухнул на футбольное поле. Машина разломалась на две части, начался пожар, в воздух поднялся густой столб дыма. Экстренные службы незамедлительно прибыли на место аварии. 25 человек были спасены сразу, но в итоге удалось выжить лишь 17. По предварительным данным, в авиакатастрофе погибли 50 пассажиров. Всего на борту самолета находился 71 человек.